Ну, хотя бы один отчетный ответил, это уже хорошо. Надеюсь, то, что под конец выступления будут отвечать не все. Итак, добрый вечер, Санкт-Петербург. Мы группа «Левитан». Я могу теперь точно гордиться, то, что я могу сказать, что мы из Петербурга, а не из Липецка. Если вы не знаете... Если вы не знаете, что такое Липецк, это даже очень хорошо. Итак, несмотря на то, что у нас космический фестиваль с Днем Учителя, если кто-то является учителем или педагогом, наша музыка хоть и грустная, но мы под нее не грустим. Так что не смейтесь. Итак, группа «Левитан», наше выступление. Ближе, подходите. Я к вам все равно не выйду, я вас не убью. Ну, фингал, может быть, оставлю. Но это будет такой, скажем, левитановский мерч. Так, а как вам первая группа, кстати? Сду. Так. Это надо и дело исправлять. Итак, под ваши аплодисменты мы, пожалуй, начнем. А погромче! Мы просто немножко замерзли, нам нужно согреться с помощью аплодисментов. Спасибо.
Кто танцевает?
Я вам очень благодарен, но давайте будем еще танцевать. Вы как бы, вам не жарко вообще-то, не? Жарко? Ну тогда надо еще сделать жарче, или я не прав? Прав, Лев прав. Итак, для тех, кто пришел послушать мясо, вроде Тиля Линдермана, который с ним постригся, да, вот, обратите внимание, это Кирилл. Он пришел за мясом, и сейчас мы вам его дадим. Песня «Свободный полет». И давайте попробуем сделать флешмоб. Блин, как-то толкохозно позвучало, но ладно. Когда я вам буду давать знак головой, вы будете кричать «Твой яркий свет, твой свободный полет». Сложные строчки? «Твой яркий свет, твой свободный полет». Давайте попробуем. «Твой яркий свет, твой свободный полет». Еще раз. Еще. 3-4. «Твой яркий свет, твой свободный полет». Ну, я буду не так петь, это так, это превью. Дайте нам пару секунд, и мы дадим жару еще. Ну, надеюсь, вы не сваритесь. Даю, дружище. Ну, только еще хлопать надо. Спасибо.
Спасибо, но, блин, уже хоть что-то. Это был первый эксперимент в плане подпетки. Думаю, будем это чаще употреблять. А, искусство оскорблять. А, я не требовал, чтобы пели, как я, но ладно, если надо немножко отдохнуть. Еще раз. Откуда этот был голос? Я вас найду. Итак, поскольку... А кто-нибудь вообще в курсе про спутник, который называется «Спутник-1»? Один человек. Аплодисменты ему, я думаю. Вот, да. Потому что мы тоже не в курсе. Итак, поскольку, чтобы поддержать космическую тематику, мы сейчас играем для вас трек Parallel World. И под него можно порелаксировать, и я говорю, даю. Так, народ, давайте сделаем так. Мне тоже стало жарко, поэтому, чтобы быть с вами наравне... Ну не, это уже надо другие билеты платить. Итак, Parallel World. Специально для вас. Под ваши аплодисменты, народ! Ну, давай! Спасибо. Петербург, мы вас любим. Вот этим сердцем. Thank you.
Спасибо. Какая же это гадкая под... Какая же это гадкая штука ремень, но он меня не собьет, я сильнее. Итак, мы продолжаем что-то космический фестиваль, и сейчас мы сыграем «Красную Москву». Подождите, я понял. А кто здесь впервые? Я думал, будет больше. Ну, в общем, «Красная Москва» — это тот трек, когда вы еще ближе подходите к сцене, релаксируете, ну и отрываемся, как всегда. Но это было лишнее. Итак, с помощью вашей поддержки. Так, «Красная Москва». We'll be right back.
Спасибо! Не, ну это было реально круто, что-то я охренеть просто. Сейчас я предлагаю сделать вот что. Под замечательный минус Семена, который уже... Да, отлично, спасибо. Предлагаю вам порелаксировать. Вот для тех, кто пришел в первый раз, у нас есть композиция Birds of the Ocean. И по традиции мы все садимся на пол. Можно в качестве эксперимента как достать фонарики и изобразить этих птиц. Но это надо сделать так, чтобы не было похоже на концерт Макса Коржа. Хорошо? Итак, Birds of the Ocean. Спасибо вам еще раз. Ну и по правилам мы начинаем после вашей поддержки. Спасибо. Thank you.
Спасибо. Ну, если хотите, вы можете дальше сидеть и левитировать. Не для многих секрет то, что мы готовимся к новому альбому. Он выйдет в январе, мы сделаем в честь него тур. И сейчас мы для вас играем песню под названием «Waiting». Мы выпускали клип. Я думаю, он вам понравится, тех, кто здесь первый раз. И... Хотя нет, давайте лучше вставать, вставать все. Потому что левитировать петля не получится. А? Без арблоков? Очень. Итак, песня называется «Waiting». Как раз очень концептуально звучит, потому что мы, ну, по крайней мере, мы все в ожидании нового альбома. Вы забыли про правила? Спасибо! Небольшая поправочка, все-таки, поскольку, чтобы это было более концептуально, мы сделаем все-таки «Waiting» последним, а сейчас мы сделаем песню «Море дождей». Поэтому тут однозначно надо вставать. Вот девушка понимает, о чем? Thank you.
Спасибо, спасибо вам огромное. К сожалению, поскольку сегодня выступают финны, нам нужно по лайнапу укладываться, поэтому сегодня без финальной песни, но огромное вам спасибо. Это было круто, спасибо. Так, ну и по традиции. Сейчас будет выступать группа Austin. Ей тоже аплодисменты.